Мастер-класс для хореографов в северной части республики состоялся 16 октября в досуговом центре Хасавюрта. На данном мероприятии приняли участие руководители хореографических ансамблей и кружков, педагоги детских школ искусств Кизилюртовского, Навлакского, Казбековского районов, а также города Хасавюрт и Кизляра. Вели мастер-класс художественный руководитель ансамбля «Айхагорда» Утбек Гасанов, председатель Союза хореографов Республики Дагестан Майрам Казимова и руководитель детского хореографического ансамбля «Поколение» Наби Салаватов. Мы собрались для того, чтобы провести небольшой мастер-класс по хореографии. И мне хотелось бы, чтобы он сегодня прошел в очень такой теплой, дружеской, комфортной обстановке, потому как нас немного, все мы преданы своему любимому делу, и, конечно, каждый из нас хотел бы что-то из этого мастер-класса для себя узнать. Майрам Казимова предложила руководителям ансамблей находить элементы традиционных танцев лезгин, табасаранцев, рутульцев, цахурцев и других народов для дальнейших постановок, а также делиться опытом. По словам хореографа, имеется очень скудный материал, что затрудняет процесс постановки исконных танцев народностей Кавказа. И хочется сказать, что вот о применении тех атрибутов, которые способствуют, так сказать, вот нашей культуре, мы говорим сейчас о дагестанской хореографической культуре, зачастую бывают танцы поставлены с традиционно кувшин, традиционно бурка, да, и получается, что вот он вышел с этой буркой, покрутился, бросил и забыл про нее. То же самое кувшин принесла, забыла, в конце концов, может, воду набрала, дальше он не работает как-то. А я говорю о том, что, в принципе, если какой-то аксессуар есть, он должен все время работать. Даутбек Гасанов обратил внимание участников встречи на репертуар многих детских хореографических коллективов, отметив, что молодые ансамбли повторяют постановки взрослых, хотя есть богатый фольклорный материал, характерный детям, игры, забавы, которые следовало бы брать за основу сюжета в детских танцах. Также было рекомендовано хореографам изучать и ставить свои национальные танцы, а не танцы других народностей с малознакомой этнокультурой, которые будут способствовать приобщению молодого поколения к истории и традициям родного края через танец. Завершился мастер-класс в форме беседы. Руководители ансамблей ответили на вопросы хореографов и обсудили актуальные темы. Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Народные танцы России», поддержанного грантом президента страны. Аналогичные мастер-классы прошли и в других территориальных округах республики. Мика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».